Каждый югорчанин сможет выбирать президента России на том участке, который ему наиболее удобен. Сегодня на площадке Рис-Югра журналисты узнали об особенностях отмены так называемого крепостного избирательного права. Председатель избиркома Югры Денис Корнеев отметил, что к услугам избирателей округа 710 участков, и разъяснил, что процедура выбора места для голосования проста и удобна. Прикрепиться к тому или иному участку можно не только написав заявление в теризбиркоме, любом МПЦ и на самом участке, но даже не выходя из дома с помощью портала госуслуг. Процедура имеет большое значение для избирательной системы, значительно упрощает реализацию избирательных прав граждан. Во-вторых, снимает проблематику вопросов досрочного голосования и голосования по открепительным удостоверениям. Напомню, телевизионную версию брифинга можно посмотреть на портале Рис-Югра в разделе «Мероприятия».